Вот, а бабища опять там какие-то эти лепестки собирает, что-то там складирует, что-то делает. Она лекарство готовит. Да, у нее сынок. Басом таким говорит, что туши свет. Careful, that's fire root powder. You have to do it slowly. Go on, slow. We'll be stuck here all day. Ну и такая женщина-то в возрасте, мягко говоря, из ракет, не знаю, что эльф в ней нашел. Если ему 30-летние нравятся. I heard you were leaving. Yeah. Where's the rest of your company? Most likely searching for me. At this very moment. Then why are you at my home? И только он это, сейчас я ей скажу тут про любовь-то, вдруг с другой стороны в дверь долбится, пришел лысый дедушка и привел корову, говорит, заболела, а там уже речь-то была, что что-то тут не так, что-то в округе там зло просыпаться начало. От отравленная земля, говорят, появилась. Там, правда, прозвучало хуй... Лучшее, прям видно, что люди настолько крепко знакомы с сельским хозяйством, а вообще пасторалью. Да. У меня там было там южное, северное, неважно какое, пастбище. Пастбище! А теперь там будут одни сорняки. Кераси. У вас там коровы или лошади растут, что ли, и сорняки их душат? Или что? Трава, осока какая-нибудь, это тоже сорняк. И лошадь ее жрет, ровно как и корова. Да. Это был бы огород, сорняк был бы вреден, а на пастбище-то что? Вы сказали бы, что ядовитая трава? Я вот когда жил в Узбекистане, там у нас луковые поля были, где мы работали, а рядом выпасали коров. С утра придут, кол забьют, корову привяжут, и она уже к обеду примерно там вот это вот по циркулю черная земля выгрызена, всё просто без остатка. Какие сорняки, вы о чем, блин? Это, ну, в общем, корове что-то нехорошо, ран вроде никаких не видно. Баба с эльфом с двух сторон ходят, щупают корову. Эльф, диагностируют. Эльф, хватит ее за сиськи. А из сиськи нефть потекла. Это какая-то нефть натуральная. Я сразу подумал, что это же не заболевание, а наоборот ценный апгрейд коровы. Нахер это молоко, она нефтью доится. А дедушка, значит, растопырив уши. Это что такое? Сквирт из нее пошел, блин. А ты дурак, значит, в деревне вырос, и у тебя ума не хватает корову за сиськи. Поддёрнуть. Я к тому, может, что вы ее вообще не доили, что ли, никогда? Да. Она может именно поэтому херово себя чувствует, может, что вы у нее не мастит, доили? Блин, например. Это первейшее, что корове тяжело. Поддергай за сиськи, блин. Это и с женщинами срабатывает, ей сразу лучше становится. Да. Блин, да. Из нее, в общем, нефть. И что? Она говорит, сбежала у меня на восточном пастбище. А далеко сбежала? Не знаю. Может быть, добежала до совхоза «Слеза Ильича». До совхода «Хорден», блин. Ты куда, негр, куда-то идти? Ты куда? Бабища, я с тобой, блин. А дети? Похер на детей. Да.